нас впервые в колесе проект «Фортепро». Предшественники были гениальны в своих изобретениях, и многие уже существующие в мировой художественной практике понятия, они рождены здесь, в Витебске. Поэтому рождение как бы еще одного названия направления спектаклей или, скажем, направления поиска, направления эксперимента, это действительно, скажем, относится к истории Витебской художественной школы. Дело в том, что когда Казимир Малевич в октябре 1919 года приехал в Витебск, он был уже достаточно известным художником, у которого была своя теория нового искусства, сублиматизм, но это все было на плоскости. И здесь наличие такого человека, как Лазарь Лисицкий, у которого было архитектурное образование, он понимал, что надо найти какую-то очень динамичную форму. И тогда появилась первая на злобу дня работа клином красным, две белых, да? Где впервые, кроме плоскостных изображений, появлялись еще элементы объемного. Лисицкий, недолго думая, назвал это «Про-ум» – проекты утверждения нового. И, по сути дела, получилось, что рожденные эстетические формы и названные вот таким образом, они стали видоизменять и жизнь не только Витебской, но и во многих европейских странах. Поэтому мне кажется, что новый проект, который связан с рождением новой формы, с ее утверждением этой новой формы, это и есть то как бы движение проуновское, которая создавалась Лисицким и Малевичем как движение бесконечности. Проект «Форточка», конкретно музыкальный проект, он это такая маленькая-маленькая ветка среди будущих и нынешних экспериментов колеса. Да. То есть, ну, это одна ветка, это конкретно вот музыкальная ветка. Нет силы помолчать, я могу умереть молодым. Нету каких-то жанровых ограничений стилистических, то есть вот все вот этот состав музыкальных как бы групп, он настолько разноплановый, что ну, люди испытывают очень разные эмоции. Суть этого проекта «Форточка» — это расторможка. Я вышел в панцирь за силу, но вижу время одного. Я по уставу отдал честь и приказал лишиться всех. Я спускался на лоб, с меня фуражку сорвало, а также сорвало часы, борца ту майку и трусы. И я стою. То есть задача форточки именно музыкальная, скажем, это встряхнуть людей, которые к нам придут. Вот. Никто не собирается навязывать каких-то рамок, но именно чтобы они осознали, что ну, есть не только там какие-то узкие направления музыки,
потому что здесь они собраны вот так вот воедино. Это вот только первое, а что будет дальше, я вообще боюсь представить, потому что если получится так, как рождается все в нашей голове, в наших головах. То, что это эксперимент чистой воды, это новый проект, который мы утверждаем громко. Очень громко. Роун, да? Наверное, этот проект, мы вместе с ним будем расти, потому что все-таки Малевич и Лисицкий, ну, это гений и очень, ну, огромная личность. Мы не собираемся делать революцию визуально театром. А может, мы собираемся? А может, собираемся, да. Мы хотим продолжить, наверное, способ мышления тех, кто когда-то создал Уновис, тех, кто прорубил, да, совершенно новую историю в, скажем так, визуальном искусстве. Правильно? Фортепрон это может быть не очень ново, вот, но это очень правильно. Вот, потому что в этом есть самое главное, самое ценное, что в нашей жизни есть. Это молодость. Это главная дорога, это проспект. Тут вот молодежный театр, так, колесо в переулке где-то. Движение есть туда, вверх, причем не круто, а так нормально, устойчивое движение вверх. Естественно. Слова разные, они ничего не значат абсолютно. Ну, есть форта, значит, ну, сила, все такое. Вот эти все нового, да, ну, это Уновис поработал. Всякие. В общем, придумали абы что, лишь бы было, так, знаешь, в меру пафосно, уверенно, надежно и ярко. То есть это авангард, это просто авангард какой-то галимый. Классно! Знак, который сейчас находится на афише вашего проекта, это логотип, который, по сути дела, обозначает самого художника Владимира Лисицкого, человека, который стал человеком планеты. И есть такая у него знаменитая работа, такой фотоколлаж, когда образ человека – это образ человека планеты. И вот в этой связи, мне кажется, что проект будет замечательным. У него есть начало, да, самого знака. В сути этого знака есть такая, как бы, очень важная деталь. Есть начало, но нет конца. Он будет развиваться, потому что среди многих деталей этого знака есть еще такое значение, как плюс. Помните там знак? И бесконечность. Поздравляем. Думаю, что проект замечательно будет развиваться в бесконечности. А будем следить за его развитием. Я поздравляю ваш театр и очень рад за него. И за наше интернет-телевидение, если оно действительно существует.